Два года назад в нашем океанариуме случилось чудо. Белуха Джессика родила детеныша. Мы назвали ее Калина. Это первый и пока единственный случай рождения белушонка в искусственных условиях. За два года Калина очень выросла. Сейчас в длину она составляет уже больше 2,5 метров. На данный момент она питается и молоком, и рыбой. В день Калина съедает около 7 килограмм. В рационе у нее присутствует жирная, полужирная рыба. Любимая рыба, конечно же, это селедка. Она ее любит, готова за нее сделать все, что угодно. Калина очень любит тренировочный процесс. И сразу, как только мы начали учить элементы, стало понятно, что ей это очень нравится. В возрасте 9 месяцев она уже начала интересоваться рыбой и начался тренировочный процесс. Сейчас она уже умеет выполнять некоторые несложные элементы, но этого достаточно, ведь суть больше в том, чтобы именно разглядеть это животное, такое маленькое, красивое, невероятное. Первые элементы давались, конечно же, не так просто, но потом она начала намного быстрее все схватывать, и сейчас я даже замечаю, как она сама без меня тренирует некоторые элементы, отрабатывает их, то есть сама учится что-то делать. Подглядывает за мамой. Некоторые элементы мы так и учили. Я просто начала замечать, что она подсмотрела за Джессикой и начала делать тот же самый элемент просто рядышком с ней. Калина выросла и готова продемонстрировать свои навыки. Первый выход к зрителям случится 4 августа. Мы приглашаем всех прийти и поддержать Калину.